Сегодня наша съемочная группа отправилась на поиски белых лебедей. Жители Иловайска заметили этих красивейших птиц на городском ставке и поделились хорошей новостью с нами. Если верить рассказам очевидцев, Иловайский пруд впервые в этом году стал домом для пары белых лебедей. Птиц, крайне редко встречающихся в окрестностях Большого Харциска. Первый раз я их увидим в апреле месяце. Последний раз я их видел, не знаю, где-то 30 мая мы тут ходили, когда экзамены сдали. И больше мы их не видели. Сколько приходим на ставок, в этом году приходим, смотрим лебеди. И главное, так не бояться людей. Мальчики плавают возле вышки, и они возле них плавают, отдыхают, спокойно себя чувствуют. Здесь были два лебедя, но одного я видел где-то примерно в мае. Потом мы с одноклассником видели, что на вышке их подкармливали, лежала вроде бы какая-то трава и корм. И как бы я потом сфоткал, но фотки у меня нету. И как бы они плавали везде. У друзей Толика Шепелева в телефонах без труда отыскались фотографии белых грациозных птиц, позирующих на водной глади Иловайского городского ставка. Последние несколько дней больших белых птиц никто не видел. Иловайчане уверены, лебеди недавно построили гнездо в непроходимых зарослях тростника, и сейчас самка насиживает кладку яиц, а самец охраняет территорию гнездовья. Увидеть пару с потомством удастся не раньше, чем через месяц. А пока перелетная достопримечательность укрывается от хищников и человека в укромном месте, жизнь обычных обитателей Иловайского городского пруда идет своим чередом. Например, не такие осторожные утки в любой день позволяют себя снимать с разных ракурсов. Для местных жителей ставок – популярное место отдыха на природе. Одни предпочитают посидеть с удочкой, другие не представляют времяпровождение у воды без купания. Для кого-то шашлык – непременный атрибут пикника на берегу ставка. Если идем на природу, то идем сюда, на этот ставок, и гуляемся. Он приехал с ребенком, с женой отдыхать. Рыбу ловим. Отдыхаем каждый год, шашлыки приезжаем иной раз жарить. С детства, с самого маленького, всегда каждый год, почти каждый день, когда тепло, всегда приходим. Теперь иловайчане, собираясь на ставок, гадают, удастся ли им увидеть на этот раз больших белых птиц.